Привет, мои хорошие, с вами Кэмили, и сегодня у нас с вами будет мукбанг, это будет мой завтрак у нас с вами здесь. Вот такие вот бутерброды из шпротов, у меня трясутся руки, не обращайте внимания, я вчера таскала очень тяжелые пакеты. И до сих пор руки у меня трясутся. Мы зашли в супермаркет, я как-то увидела шпроты, и у меня, знаете, сразу такое... прям ностальгия в детстве. Нам с братом всегда делали вот эти вот бутерброды. Майонез, яйцо и шпроты. Я вместо майонеза взяла сметану, потому что с майонезом получается очень жирно, мне так не нравится. Я просто не понимаю, почему до этого, я уже год снимаю мукбанки, и ни разу не снимала шпроты. Это же настолько вкусно. Я всегда сидела, думала, что же можно снять такое, чего не было. И ни разу ко мне в голову не приходила идея бутерброда со шпротами. Вчера с мамой сняли видео закупка продуктов. Купили такой стакан. Как красиво. Он матовый. Настолько приятный на ощупь. Но я боюсь, что его очень трудно будет отмывать. Потому что вот эта матовая поверхность... это все-таки не глянцевая поверхность, и мне кажется, все равно какие-то пятна будут оставаться. Но если вы смотрите мои влоги, за этим стаканом я гналась, наверное, месяца 4. Я снимала влог, где увидела этот стакан, хотела его взять, но потом передумала. А потом прошло время, я думаю, блин, почему я его не взяла? И этого цвета как раз-таки не было. Видео с закупками продуктов набирают очень хорошие обороты. Я сейчас немножко в шоке. Потому что не ожидала. Если вам понравится, а уже понравилось, я хочу снять видео с закупкам на месяц. Купить все, что необходимо для дома. Например, мама хочет купить пару сковородок, потому что на iCookie все-таки это не очень красиво смотрится, когда старая сковородка. Плюс некоторые пишут в комментариях: Айка, купи маме сковородку. Я таки не против, то есть я только за. Просто вопрос заключается в том, что где купить. Везде все закрыто. Мы покупаем в этом супермаркете, в Браво, только то, что там выгодно покупать. Например, фрукты мы там не берем. Иногда я вижу в супермаркетах людей, которые, например, там слива просто втридорога, да, настолько дорого, что прям у меня глаза полезли на лоб, и там одна женщина берет каждого фрукта понемножку и даже не обращает внимания на цены. И я думаю, блин, счастливые люди реально. Да я такая миллион раз прицениваюсь, думаю, а выгодно, невыгодно, а под домом у меня сколько стоит. Так что я, наверное, буду снимать еще видео закупки на месяц.
купим картошки, полотенца, всякие, знаете, кухонную утварь, которой действительно нету. Кайф просто. Этот стакан, это просто кайф. Такой нежный цвет. Еще там был очень классный желтый. Но вы видели в видео. Я думала, может, желтый взять. А потом все-таки остановилась на этом. С мамой посоветовалась. У меня уже 5 стаканов чисто моих. Я очень не люблю, когда из моего стакана кто-то другой пьет. Да, я готова за это убить человека. Проблема в том, что уже 6 стаканов вот в ящике на кухне. Это мои стаканы. И никому нельзя пить из них. Но их 6. Вот такая вот коварная я. Наверное, не стоит вам рассказывать о моих планах, но у меня есть очень крутая идея снять для вас магический мукбанг. Это будет очень интересно, я уверена, вы будете просто в восторге. А еще я сегодня утром должна была снять мукбанг на природе. Я сегодня встала в 5. Специально в 5. Чтобы на улице было минимальное количество людей и не было шума. Но Айка не подумала о главном. Баку — это город ветров. Я просто проснулась, такой ураган. Если я с камеры пойду на природу, это просто, знаете, такой шум будет такой вот. Вот такой. Поэтому меня будет совершенно не слышно. Но в ближайшее время есть у меня такая идейка. Как только ветер немножко утихнет, у меня трясутся руки. Уже целый день, представляете? Давайте немножко под конец отвечу на вопросы. Айка, расскажи, пожалуйста, про своего брата. Какой формат видео он предпочитает и что именно он смотрит? Каких блогеров? Про брата я могу так сказать. Он чисто по жратве. Причем очень давно. Мукбанги мне нравятся где-то, наверное, 2 года. Моему брату они нравятся, наверное, 5 лет. Я когда ему сказала, что я хочу снять видео «Закупка продуктов», он сказал: «Ура, как круто, как интересно! Снимай почаще!» Все, что связано с продуктами, ему это интересно. Это любовь с детства. Он с детства любил пожрать. И вот, например, он берет такой бутер и напрямую в рот засовывает и ест. У нас были конфеты, сосульки. И он просто брал их по 4, по 5 штук в рот засовывал. Я говорю: ты дебил, говорю, у тебя щеки вот так вот расползутся. Я говорю: кушай по одной. Он говорил: так очень долго, я люблю быстро. Бананы — это вообще мог 4 банана за раз просто схавать и просить добавки. В детстве я как бы не особо любила пожрать. Но потом, когда мы повзрослели,
мы уже начали драться за еду. И вы знаете, у нас никогда именно в плане продуктов не было недостатка. Например, иногда было нечего одеть, иногда было не было денег пойти на секцию, но в плане еды у нас всегда была еда. И когда мы шли куда-то в гости, у меня брат настолько быстро все сметал со стола, что все вокруг думали, блин, как они бедно живут. Бедный мальчик голодает. Мама всегда ругалась, что, блин, Сархан, ведь все нормально. Опять опозорились. Опять люди о нас подумали плохо. Кофе 3 в 1 это, конечно, хорошо, но, блин, я так соскучилась по этому покупному. Иногда так хочется купить кофемашинку, вообще не запариваться по этому поводу. Утром позвонила двоюродная сестра. Она смотрела видео с бабушкой, мукбанг с бабушкой. Реально так приятно, когда твои родственники смотрят твои видео. И ты замечаешь, когда люди реально смотрят, они просто делают вид, типа из-за уважения я тебя смотрю. Я однажды поехала в Закаталу, и там не то чтобы наши родственники, просто знакомые, которые реально меня смотрят. Я это поняла потому, вот мы сидели, болтали, и я тут начала рассказывать историю, и там девочка сразу такая: «О, я знаю эту историю». И продолжает прям до конца. Я начинаю рассказывать какую-то другую историю, она такая: «А, я знаю, чем это закончится». Мне просто нечего рассказать о себе, потому что люди меня знают. Лучше, чем я сама. Меня немножко раздражает, когда люди просто делают вид, что меня смотрят. Мой челлендж с яйцами продолжил парень. Я вот реально не помню, как его канал назывался, но он кушал шаурму. И прям перед окном. И говорил про мукбанкеров. Человек знает даже, как меня зовут. Он сказал не просто Айка Эмили, говорит, а ее зовут Айнур. Вот. И на момент, говорит, когда я подписалась на ее канал, на ее канале было 31 тысяч. Ну, в общем, да, канал растет. И видно, что человек реально смотрит. Человек не просто написал в названии Айка Эмили, чтобы видео вышло в рекомендации. Нет. Дело в том, что человек реально меня смотрит. Человек знает, как меня зовут. Все мелочи про меня, понимаете? И это безумно приятно. Реально. Я написала коммент. Подписалась. Было очень вкусно. Я считаю, что 8 бутербродов – это не предел для меня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо вам огромное за поддержку, за теплые слова. Я все читаю, вот реально. Если один человек пишет что-то негативное, меня это не задевает. Но когда мои любимые подписчики, которые всегда меня хвалят, и тут они пишут: «Айка, не обижайся, ну ты с этими тенями зелеными, как уродка, да, ну тебе не подходит». Я реально понимаю, что вы правы. Это люди, которые меня любят, это люди, которые постоянно мне пишут что-то хорошее. Они делают мне какое-то замечание. Поэтому впредь я зелеными тенями пользоваться не буду. На этом все. Всем пока.